Думаешь, они здесь? Нужно найти вход. И выход. Они точно дошли? Давай не все сразу. Пошли внутрь. Может, не надо? Сука, обвинить. Постой. Хочу кое-что спросить. У меня в голове не укладывается. Что? Итак, кто я не поздоровался. Всем привет, меня зовут Денис, на канале Fred Davis Play. Мы продолжаем играть в игру под названием The Devil in Me. Это одна из частей Dark Pictures, темные картинки. Короче, мы дошли до маяка, убежали от маньяка предыдущей серии. Дошли до маяка, и сейчас захотим подать СОС, сигнал СОС. Там посмотрим, подадим мы его или нет. Мне кажется, что мы его не подадим. Маяк же не работал. Перед смертью Эрин написала твое имя. Ты заодно с Дюметом? Конечно, нет. Как тебе в голову взбрело? Эрин была уверена. Да? С чего вдруг? Да я... Послушай, я еле выбрался живым оттуда, ясно? Эрин обманули, точно. Наверное, ты прав. Но спросить было надо. Я тебе ответил, так? Может, пойдем уже? Обиделся. Ну, что поделать? Ну, как бы каждый подумает на него. Он пригласил, он типа, давай, поехали, поехали. Все время подгонял, давай снимать. Да хорош. Старпер. Отлично, у него такая, блин, шикандозная лампочка. Прям обосраться можно. Опять монета? Или что это? Не, это не монета явно. А, не монета. Куда ж без них? Да хорош, у меня вон 375 штук, ёпты. Глюкнуло, так глюкнуло, ничего не скажешь. Так, отсюда мы выпали, сюда мы пошли, да? А слышь, у тебя зажигалка есть? Чарли, у тебя зажигалка светит лучше, чем у меня эта чепухиня. А то я могу так чпехнуть, и будет какая-то херня. Типа манекена или собаки. Или еще хуже. Дюмает такой, с топором стоит. Я ему чпех. А он прям за углом. Ты можешь зажигалку зажечь, я не понимаю. Хрен ты стоишь. Что там? А присесть можно? Не. Там что-то есть. О, бляха-муха. Здравствуйте. Ну, хоть трупов нету. По крайней мере, пока месь. Местонахождение. Улики. Полиция Чикаго. Комната для хранения улик 1612. Дело номер ля-ля-ля. Переверни его, пожалуйста. Не ложи, подними его. Подними. Да, взять. Перевернуть. Я так и знал. Я, офицер Фрэнк Хупер, обнаружил, что один или несколько человек проникли в комнату для хранения улик по адресу 1612 Уэст Стейт Стрит. Среди пропавших вещей было имущество, найденное в квартире бывшего агента ФБР Гектора Мюндея, включая книги, одежду, записи, хирургическое и стоматологическое оборудование. Наша текущая версия, что это было результатом действий охотников за сувенирами, которые искали памятные вещи из этого дела. Конец отчета. Все? Так быстро? Ладно, давай дальше. Я надеюсь... Ууу, шкаф. Подожди, шкаф. Тут что-то еще. Визитка. Здрасте.
Визитка найдена. Спасибо. 5 из 5. Спасибо. Скидыш. Так, ну я так предполагаю, шкаф тоже надо, да? Не? О, ля-ля. Я думал, труп. Блин, Чарли, иди тебя налево. Как ты меня перепугал, это обалдеть, слышишь? Шо там? Грамоты какие-то, да? А шо, тянуть? Тяни. Гектор Вейлон Мюндей. А так взять нельзя было, да? Я не понимаю. Не, Мюндея убили. Или не убили? Подожди, не, он же на заводе, типа, горилла, но он... Ой, тысячу извинений. Но он убежал. Наверное. Он, оно там горело. Опа. Мистер Дюмет, команду нужно убить. Я приведу их на выходных. Дело за вами. Это не Чарли случайно? Я такого не говорил. Какой же я дурак. Я так хотел, чтобы все получилось, что соглашался не глядя. Это монтаж. Причем неплохой. О, понятно. Я поверил. Я же говорил, что не вру. Курс заменен. Шикарно. Так, ладно. Короче, Чарли не виноват явно. Начнем с этого. Сюда ручка вообще оторвана, так что явно не пройти. Подожди, картины, надо картины посмотреть, картины. Нет, тут ничего нету. Это самое. Короче, Чарли не виноват. Окей. Значит, получается, Эрин немножко, че Эрин. Кто там? Кто там, суки? Пицца? Да ладно. Там закрыто, тут что там, бляха-то? А где Чарли? Все-таки виноват, да? Бляха, там еще одна комната. Сука, там что-то злива. Это от лодки, да? Я так понял. Похоже, на острове есть еще лодка. Да хорош там, блин. А где Чарли вообще? А чё звук пропал? Хе-хе. Только я посмотрел в эту сторону. А? Идите налево. Сука. И шо? Марк Джейн Эдвардс. Эдвардс. Блядь, да хорош. Шо тут? Ничего, чулан. Чулан. Тут-то ничего, да? Фу, ладно, пошли. Ух, сука, соберись, тряпка. Да ёпа народ! Шо так далеко все? А? Ух, что-то там нахер. Ага. Шо там? Может не надо? Ух ты, бля! Твою ж мать! Уж лучше собака. Что там такое? Да, просто сраный кот. Обосранный кот. Телебосранный Чарли. Ну иди, чё ты застрял? В ступор вогнали тебя, чё? Меня точно в ступор вогнали. Превьюшка, ёпта. Так,
Клэренс, ля-ля-ля, думаю, стоит сообщить тебе новую новость, и... Ну, переверни. В одиночку мои родители... Тихо, не переворачивай. Родители помогают, но они уже совсем старые. Клэр, ту-ту-ту. Эл Мюндей. 1965 год. Да вы шутите. 65-й год. Июль. 9 июля 65-го года. Ебать. Пушки-воробушки. С этим фонариком вообще не в кайф. А чё он не идет сюда, я не понимаю. Что за херня? Не, ну подожди, ну тут не будет этого самого. Ну, Дюмета. Или Мюнда, или Дюмета. Я уже запутался. Правильно? Или нет? Да не. Откуда ему тут взяться? Да иди ж ты быстрее, иди тебя налево. Чего ты такие, бляха-муха, медленный, ленивый? Давай бегом, бля, ускоряйся. А что за маяк, я не понял, мы же были на одном маяке. Это еще один маяк? Да хорош щелкать. Я сейчас только по башке лопаты, бздынь. Не? Ну ладно. А я думал, будет бздынь. Ну а смотреть. А может не надо? Слышь. А ты прикинь, нажму, да? Он же поймет, что мы тут. Правильно ж? Правильно. Прибежит. Даст люлей. Ну нет. Шо, ну нет? Ага, циклинишь, да? О-о-о, прыгай. О, тут что-то можно посмотреть, да? О, да. Пошли. Пройдемся по краю. Не смотри вниз. Не смотри вниз. Посмотри как вниз. Не смотри вниз. Да посмотри. Че ты? Ну ладно. Ну ладно. Снятие этой пломбы — это федеральное преступление. Снятие пломбы. А ну. А вот это у меня сейчас это самое. Пальчики-то вспотели. А что? Выключился или включился, я не понял. Ладно, давай пройдем. Ага, походу включился. Потому что красная лампочка загорелась. Как так, я не пойму. Его так шандарахнуло, что его аж откинуло. И ты обалдеть. Ничего себе там сила тока. Ну да, в принципе, лампочку такую зажигать. Вот теперь можно тыкать. Ауа. Да хорошего током бить. Нахрена ты на нее смотришь, ты что, на приколе? Вали теперь. А что это такое? Это радио? Это кассеты. Две. А где Чарли? Эй! Я здесь! Гейб! Эй! Да чтоб тебя 300 лет, я тебе говорил, не надо было нажимать на маяк. О, бойлер. А, это ты? Нет, здрасте. Я тебя не ждала. Да, понятно. Ты для разнообразия не опаздываешь. Конечно. Здорово. Я так и думал.
куда же без этого? Эгоистичное чудовище. Угу. Всегда был таким. Эй! Эй! Ты кто? Охо-хо. Ля, закрутил. Очень строгая мать. Я не пойму, это мёд или... Ни хрена себе, вот это страшная сказка. Ёб твою мать. Все, конец, типа. Я то ею. Давай только руками, не размахивай. А, все время с одной и той же страницы. Писька. Тупая, ленивая дрянь. Как надоело. Так крутись, че то крутится, то не крутится. Так, подожди, я не понял. Это маяк, я так понимаю, тут-то должно быть, правильно, этот чувак? Что? Здрасте, так открывать резко не надо. Опа, давай, побежали. Тут где-то есть Марк. Вот тут он. Вот здесь Марк. Открывай, открывай, открывай быстрее. О, слава богу, это ты. Какие слава богу, алё. Слава богу. Ты на приколе, там сзади Марк. Ту, блин, там а сзади... где Марк? Марк, да, Марк. Все нормально. Он пытается зажечь свет. Марк? Он уже зажег. Открывай дверь, блин, быстрей. Ответь, ты слышишь? С носака нельзя выбивать. Что такое? Марк! Я думала, ты погиб. О, щет. Вот так вот, годится. И с носака еще по печени. Бабка. Да что ты смотришь? Беги, ёпта. Подожди, а их трое только осталось. Ёппарыса ты. Он убил ее. Ужасно. Зашибись. Боже мой. Да у меня больше двух никогда не будет выживать, да, походу? В первой части у меня два. Во второй части вообще один. Не, в третьей у меня больше было. Четыре, кажется. Или три. Нам тебе нужен. Это Сакира. Выкинь ее. Я вообще не... Ну, не... Не понимаю, как можно сделать, чтобы было все выжившие. Интересно, собака живая? Или он все-таки прикончил? О! А, полицей. Полицей. Стоит полицей. Сейчас еще и полицейского букву. Один? Ебать, ты гонишь? Ну как вот один? Почему не два? Хотя бы. Что это такое у него? Баллончик газовый? О, чувак, здорово, я тебя знаю. Ты с предыдущей части. Какого черта? Какого хера, а не черта? Трупы, ёба народ. Докладывай. Докладывай. А ну, руки вверх! Да ты звезданулся, докложи. Отлично. Он убил их. Всем молчать, я сказал. Руки держать на виду. Хорошо, что вы здесь. Помогите нам. Пока я все не выясню, не шевелитесь. Уже поздно. Мы ничего не делали. Катер. Лодка. Вы серьезно? Да, бля, серьезно. Оу, чувак без руки. Точно было четко в сухожилие попасть. Нет, нет, нет. Точнее,
Это не мой персонаж. Это что это такое? Это граната была или что? Туда, бежим. Нет, давай, бежать. Беги! Нахер. Оружие вообще не вариант. Осторожность. Курс изменен. Да ясен хрен. Куда же без этого курса? Лодка, 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 лодка. Заводи, давай, быстрее, пожалуйста. Не работает. Заебись. Пусковой трос. А, вот. А ты откуда знаешь? Ну давай же. О, собака. Эй, Кони. Привет, мальчик. А ты откуда знаешь, как его зовут? Скорей. Может, хоть собаку спасем? Ебаный рот. Можно? Ну работай. Вперед. Все. Пока-пока. Ой, ну хоть собаку спасли. Трое, да, маловат, конечно. И пес. Было пятеро, да? Ну, да, как всегда, не конец. Это допрос будет их вестись, типа, что было, кто виноват. Получилось. Слава богу. Не все мы. Вот ты, едите. Да откуда ты, я не помню. Втащи ему, да просто втащи. Держись! Ему. На было с кулака. Нахрен вы ему дали встать, я не пойму. Песика жалко. Песика выкинули. За борт, курс изменен. О, почалось, блин. Тихонько. Ты чё, на? Опа, спрыгнул. Ну, один похоронер выжил. Началось, я, блин. Тащи ему разок. И кто это? Ага, ну все-таки это не Дюмет. Наверное. Я успел? Не успел, да? Все, я понял, Марку пока. Да? Прыгнуть. Не, напасть. Нет! Пошел ты нахер. Давай, Марк, блядь. Да что ты? Тряпка, ты не мог взять нахрен топор и шандарахнуть его? Просто увернуться нельзя? Блин, правая кнопка мыши это вообще катастрофа, блин. Ну это тупо право. Ну куда вы правая кнопка мыши, блядь? Да понятно. Короче, это тупо из-за правой кнопки мыши. Не надо. Ты же не надо. Нет. Ты прыгай там уже в скалу его, втащи куда-нибудь. Аривидерчи, Марк. Прекрасно. Я так расстроен. Тупорылая правнука мыши. Счастливо. Чипокола. Тут ты точно сдохнешь. Блин, тварина. Это ж надо было, сука, правая кнопка мыши. Да идите тебя налево. Представляю, что может радовать больше, чем эта музыка. После небольшого перерыва вас ждет классика рока. Да ну нахрен вашу рекламу.
Слышал? А, черт. Блять! Я не понял, он на газ жал. Он жал на газ, ем. Или у них газ слева. Они стоят прямо посреди дороги. Руками своими размахивают, как ненормальные. Капец. Откуда вы ехали? Марк Филдейт. Я в дороге, считай, уже с 3 утра. Рановато. Ну, я хотел добраться в порт к 8. Собака. Похоже, теперь я уже не успею. Скорее всего, не успеете. Да. Курить будешь, друг? О, да ладно. Да. Хотя, знаете, я бросил. Настало время бросить, да? Да, жалко, конечно. Блин, это долбанная правая кнопка мыши, это обалдеть. Я тогда ее еле-еле наклацал. В этот раз не получилось. Блин, я думал, хоть Марк будет жив. Это мой косяк. Тут уж ничего не поделаешь. Это уже моя оплошность. Ну давайте, допросы, шмуросы, да, где это все? Может, в первых частях, и во вторых, и в третьих были. Тоже мне. А чё? А Кейтлин? Что такое? Что там? Я случайно. Здрасте. Что это такое? Да что? Все части типа это самое взбудоражились. О, это вы. Всему на свете приходит конец. Но какой конец ждал наших героев? К сожалению, нескольких вы потеряли. Нескольких. Что ж, мы скорбим. Марк, верный до последнего кадра. Кстати, освободилась неплохая студия в Бруклине, если кому-то интересно. Шутник. Девушка удивила всех своей храбростью, но теперь отправилась в лучшую аппаратную на небесах. И Джейми. Штепсель выдернут, и свет погас. Сомневаюсь, что в этот раз поменять пробки как-то поможет. А что насчет выживших? Изменил ли их этот опыт? Да, один бросил курить. Секрет. Ее травмировало событие, случившееся в прошлом. Но она бросила вызов тому, чего так сильно боялась, и выжила. И Чарли. Наконец понял, что быть лидером — это не просто раздавать приказы. Нужно доверять другим и пускать их вперед в нужный момент. Я разберусь с бумагами утром. Сможете найти выход? Было, как всегда, познавательно. Уверен, мы еще встретимся. Пошел ты! Марка жалко. Все. Больше никого. Вы чё, как в 13-я пятница, да?
Маска на берегу, туда-сюда, он выходит из воды, одевает маску и топает. С головой, да? Фредди Крюгера. Ага. Это даже не оригинально. Как развивались события, до сих пор остается неясным. Нам известно только, что около 7:30 утра водитель грузовика остановился, чтобы оказать помощь. Он вызвал полицию, которая быстро прибыла на место. Пострадавшие были частью съемочной группы. Лонит Entertainment, команда, известная по сериалу «Архитекторы убийства». Охренеть. Похоже, они слишком близко познакомились со своим материалом. И выжить, боюсь, удалось не всем. К счастью, для уцелевших кошмар закончен. Это чума. Помните, как мой это видос завершился? Новая часть? Да тут забудешь, ты же постоянно напоминаешь. Что? Ага, за количество просмотров я выиграла приз. И чё за приз? Новая часть. Оплаченная поездка на частный остров. На пятерых. Вот это круто. Мистер Дюмет сказал, что за нами приедет лимузин. И это будет так круто. Не представляешь, насколько. На, чтоб тебе. А это ж песня, которая в самом начале. Да-да-да. Вроде. Или нет? Или нет? Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. На этой веселой ноте мы завершаем эту серию. И игру тоже. Всем пока. Won't you spare me over to another Eve? They going with a GURP disc marker. We have detached the booster ring and spirits are high as we make our final approach to Tau City F. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Staff it out. Ooh.